В краевой больнице мы находимся. С Виктором Андреевичем. Ручку надо расстегнуть. Кладите ручку. Кулачком поработать надо. Так. Зажать кулак. Ну, общая биохимия, какая возможно. Я написала. Фамилию только сейчас напишу. Фамилия известная. Да. Что бы я называла? Кулачок можно разжать. Разжимайте. Знали бы, у кого кровь берут, да? Держите, сейчас я завяжу. Я отнесу или сами отнесу? Да я унесу, я а фамилия мне только скажет. Лапкин. 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 На пост, да, Светочка? Да, на пост, ага, после трех уже будет готово. Благодарю вас. Пожалуйста. Спасибо, Христос. Ну, видишь, как одета. Никого больше так нету. Никого не еще будет посмотреть. Штаны снимаем? Да, ну как надо обновить их? Обувь-то снять надо, Антон Владимирович? Угу. Ты можешь ложиться на дорогу. Да. Thank you.
Добрый день. Отсюда ко мне. Угу. Не мешает. Функциональные тоже это делаете же, да? Ну, коленки. Ну, боковые операции будут, конечно. А функциональные коленки не бывает. Просто две проекции. Прямая и боковая. Но с обоих сторон. Не слышу.
Потерпи немножко. Все лучше стало слышно. Сегодня должно быть 26 января 2023 года, четверг. В краевой больнице огромное здание, 9 этажей. Сиськов лежит вон в том отделении, в том здании. Вот видите, проходная, вот одноэтажное здание. А вон там он лежит, в том. Ну ладно, Лежа, позвоните, потому что мы помним его каждый день, скажи. Хорошо. Каждый день о нем молятся у нас в интернетной группе. Стало лучше слышно. А? Лучше слышит. Ну. Разувайтесь, снимайте. Все снимайте, да. Фамилия, имя, отчество, скажите. Лапкин Игнатий Тихонович. А дата рождения? 10.07. 06, да? 06.39. Все, хорошо. Так, стоп.
Одну из них кому-то надо удалить, потому что он последний может. Я не знаю даже. Я позвонила девочке, но они взяли, женщину привезли. Говорят, мы ее уже посмотрели. Они говорят, а ей не надо. Мы говорим, так мы ее уже посмотрели. И у нее все истории написано. Да, как же снимать? Тут снимайте тоже. Сейчас скажу. Ложитесь на спину. Хотя у одной динамика питается. Хочешь ставить? Просто. Ладно. Ложитесь. На спину. Ровно. Все хорошо. Вот здесь вот поднимайте живот, чтобы свободно было. Высоко. Согнуть ногу, ко мне вот так развернуть, вот так, ага. Вот здесь держим, руку с пахом, вот тут вот, где моя рука. Согнуть ножку, и вот так, вот.
Скажите, а как вы про нее пишете? Округлая, анефрогенная, не связанная с магистральными сосудами, не обращающая все решение цифра. Повыше, еще попой туда выше, выше, как кошку двигаемся. Еще.